Сегодня 2 декабря, и сегодняшняя цитата называется «Воля к успеху». Чтобы достичь успеха в сознании Кришны, или вообще достичь успеха в чем-либо, нам нужно быть готовыми сделать все, что необходимо для достижения успеха, даже если окружающие нас люди не хотят этого делать. Итак, принятие обязательства по определению означает, что мы готовы сделать все, что потребуется для достижения своей цели. А иметь желание означает, что если бы я мог это получить, тогда хорошо. Но я не готов делать все, что потребуется, чтобы это получить. Например, может быть, мне хочется больше денег, но я не хочу более усердно трудиться, я не хочу опять возвращаться к учебе. Или, может быть, я хотел бы быть в лучшей форме или сбросить вес, но я не готов изменить свою диету, я не готов что-то делать, не готов принимать лекарства, делать упражнения и так далее. Это желание. Каждый человек хочет очень много всего. Но когда человек готов сделать то, что необходимо для достижения цели, это называется приверженность. Шрила Прабхупада вновь и вновь просил, а то и умолял нас быть приверженными сознанию Кришны. Он знал, если мы не будем привержены сознанию Кришны, то будем привержены чему-то другому, сознанию Майи. Майя будет нас контролировать. И мы будем очень преданы чему-нибудь. Мы найдем то, к чему можно проявить приверженность. Он знал, что это будет нелегкая задача — сохранить приверженность сознанию Кришны. Но он хотел, чтобы мы взяли на себя такое обязательство. В этой жизни будьте в сознании Кришны. Многие вещи будут нас отвлекать. И мы в прошлых жизнях сделали много таких вещей, которые продолжаем делать в этой жизни. А Прабхупада пытался помочь нам сосредоточиться, сфокусироваться. Иногда он говорил, «Посвятите эту жизнь Кришне. Если не получится, у вас есть так много жизней. Вы можете вернуться и делать то, что делали до этого. Постарайтесь сделать это в этой жизни, и вы увидите, сможете ли вы стать сознающим Кришну». Другими словами, просто выделите эту жизнь, сосредоточьте свое сознание, будьте предельно сосредоточены и примите обязательства в этой жизни. Если вы внимательно изучите книги Прабхупады, вы увидите, что таково его настроение. Вы увидите, что он пытается убедить нас быть сфокусированными, как лазерный луч, быть целеустремленными. Ведь он, как я уже говорил, знает, если мы не сфокусируемся, придет Майя. Сейчас эпоха отвлечения внимания. Она отвлечет нас чем-то. Есть очень много вещей, которые способны нас отвлечь. Отвлечь нас от повторения кругов, отвлечь нас от чтения, от служения. Я вижу это вновь и вновь. Мы все так заняты, у нас так много дел. Трудно сохранять сознание Кришны своим приоритетом. Майя, материальная энергия, всегда старается утащить нас туда или сюда, побудить нас отклониться в ту или иную сторону. И нам нужно сохранять приверженность. Это касается любого вопроса, не только сознания Кришны. Такова природа любого явления. Мы ленивы, а когда мы предоставлены самим себе, то можем стать очень ленивыми. Мы хотим ощутить восторг от перспективы стать сознающим Кришну в этой жизни. Мы хотим ощутить восторг от перспективы стать чистым преданным. Мы хотим ощутить восторг от перспективы стать возвышенным. Мы хотим ощутить восторг от перспективы войти в наше вечное служение, в нашу вечную расу с Кришной. Восторг от того, что мы делаем это прямо здесь и сейчас, когда у нас есть возможность. Знаете, я однажды открыл свой бизнес. Я ничего не знал о бизнесе. И я открыл свой бизнес в то время, когда экономика была очень устойчивой, и мы просто там бездельничали, такие новички в бизнесе. И дела у нас шли очень и очень хорошо. И не будучи бизнесменом, я решил, что так будет всегда. В следующем году и в следующем, и так далее.
что нам просто повезет, и все получится. Но потом экономика рухнула, а у меня были накладные расходы, основанные на моих предположениях о том, сколько я заработаю. И только когда экономика рухнула, я осознал — это падение экономики. Поэтому существует пословица «Куй железо, пока горячо». Сейчас у вас есть возможность, человеческое тело, духовный учитель, есть Шрила Прабхупада, движение Хари Кришна. У вас есть все, и оно прямо здесь. Куй железо, пока горячо. Становитесь сознающими Кришну, пока у вас есть возможность.